Перезвоню. Кажется, они упали где-то здесь. В общем, где-то здесь. Пока. Это был с нами Волобуев Ярослав. Так, ну-ка, сядьте на место. Мы все-таки еще не закончили нашу передачу, которая, кстати говоря, подходит к концу. Я, кстати говоря, заметил, что вы украли мой КПК, который записывал звук. Так вы да? Звук, верните нам. Звук-то записывается. Да, звук все еще записывается. Хорошо! Слушайте, я не знал, что записывается. Следующий вопрос. Вы когда-нибудь были в бухгалтерии нашей? Вашей? Нашей, да. Где? Ну, в нашем здании есть бухгалтерия. Часик. Нет, есть бухгалтерия в другой стороне. Вот там. Вопрос был, был ли я в бухгалтерии у вас? Да? Да. Да, я там был. Все, все вопросы? Нет, вопросы еще не кончились. Тьфу, давай не можем. Следующий вопрос касательно того, какая самая популярная пища, которую вы обычно используете в пищу. Это такие... Экстази. Маленькие таблетки? Не-не-не, это такие... Наркотики? Нет. Это такие яблочные... Экседрин, человеческая кислота? Вашу мать, заткнитесь! Это, знаете, такие яблочные яблоки, которые растут на яблоневых деревьях, и они такие яблочные, потому что они яблочные яблоки. Яблоки. Скажите... Да. Семеренко! Скажите... А не от слова семь, а просто от слова семь. Ну, ахрен знает, какое слово. Вы часто бываете на рынке? Я думал, сейчас спрашиваете, вы часто бываете на нарах. Нет, я никогда не бываю на рынке, потому что там живут одни братья. Извините. Я, конечно, прохожу рынок, когда иду около метро Нести. Дальше. Эй, а почему мы вдруг вспомнили о том, что на нарах? Слушайте, как вы интересно чертите глаз сквозь очки. Да, вот я сейчас даже подойду, покажусь всем. Смотрите, вот так вот я чешу свой глаз. Так, осветитель, блин, вот черт возьми, осветителя вообще надо нафиг удалить. Уберите этот свет. Сейчас уберем. Да. Ага, спасибо, все, спасибо. Окей. Кстати, Юрий Адамович, наш режиссер, помашите ему ручкой. Все ему машут, но он всех ненавидит. Дальше будет дальше. Следующий вопрос. Мой следующий вопрос касательно вашей хореографии. Вы танцевать умеете? Ну как сказать? Там можно сказать, не ваши баечки. Давайте вам сейчас вопрос. Даже две баечки. Ну первый, я слишком много рассказываете с полторы. Ладно, полторы. Первая небольшая баечка. В прошлый раз где-то около 8 марта и 23 февраля, когда мне нравилась девушка под кодовым именем Полина, я попытался научиться танцевать. Но у меня это не получилось научиться танцевать, потому что я много игроков бит. Вот, не было злом учиться танцевать, а не хотелось учиться танцевать. Отлично. А второе, вчера был так называемый бал НГУ, на который, к сожалению, не пошла моя девушка, потому что она на пьет. Мнение было... Нет, она не пьет. Хотя я не знаю, пьет она не пьет, но... Она вообще курица? Нет. Наркотики использует? Это то же самое. Нет, у нее просто не было платья. Ей обещался я научиться танцевать, но вот так я могу ей купить... Нет, могу ей купить платье, чтобы в сентябре вместе сходили на этот бал. Танцевальный бал, да? Да, конечно. То есть хореографии вы практически не обладаете. Покажите нам, как вы танцуете. Вы успокоились? Нет, еще нет. Подождите, у меня опять снова звонок. Ты слышал звонок, да? Нет, просто он идет. Надо же его Привет! Какого черта вы повернули камеру?
Я ведь лучше, она должна указывать на меня. Камера будет указывать туда, куда мы ее повернем, хорошо? Вот так вот, вот так вот. А сейчас у нас в гостях скоро будет... Пожалуйста, отойдите. Отойдите. Сейчас. В гостях сейчас у нас скоро... Опять этот повернули туда. Господи, да что за осветитель у нас работает? Сейчас к нам в гости придет самый великий человек, танцор. Он продолжит наш вопрос. Заходите, танцор. Дайте я поаплодирую. Здорово, дебил! Что за... Присаживайтесь на стульчик. Я специально вот... Я тебя мозгом задавлю, интеллектом. Присаживайтесь. А где компьютер с заставкой? Заставка нашего убрали, к сожалению. Мне так нравилось вообще. Да. Ты подожди, какой компьютер? Тихо, не речь сказать, никого компьютера. Какой компьютер? Да обычный компьютер. Ну, комп ставили, что ли? И на нем да, заставку. Да, на нем заставка, типа, с вопросом. А вы вставить не можете это с монтажа? Можно. Ну, а что вы тогда комп вязали? Ну, это тупо, просто очень просто красиво было. Да. Следующий вопрос. Я бы хотел, чтобы он задал. У него есть вопросы, да. У меня есть вопросы, вы сняли список. Ну, давайте, задавайте. Какой случай не прошел? Сейчас вот вы будете. Почему? Что? Почему? Потому. Вот у вас есть бабушка. Это уже обсуждалось. Черт. Мой любимый вопрос. Ну ладно. Оставим эту приятную тему. Расскажите лучше, как вы относитесь к школе. Уже было. Лёх, ну все было, уже что-то мне дал три строчки. Я думал, вы быстрее. Быстрее. Эй! А ну быстрее думай! Знаете, наше телешоу, кажется, подошло в тупик. Да, поэтому я, вероятно, скажу вам до свидания. Я заметил, что здесь только два вопроса. А нас трое. Семь вопросов не хватит. Я подошел только что. Поэтому вопрос... Следующий вопрос появляется только что. Этот вопрос не видно. Ну, пожалуйста. Да, да. Ну, вот, собственно, я закончил. Наверх. Это не выглядит. Ладно. Ну что ж. Вероятно, наши... Я понял, вопросы закончились и валяются в помойке. Ну, Пупкин, решайте. Решать-то мне, собственно, нечего, потому что зарплату мне уже заплатили, в отличие от вас. Кстати, у меня есть сотрудница, у нее фамилия Попкова. Попкова. Передайте ей привет от Пупкина, товарища Пупкина, Пети. Да, передайте, передайте. Ну что, Петёк, что еще на вопрос? Ладно, вопросов уже нету, потому что хватит вопросов. Теперь я хотел бы, чтобы вы... Ногу убери. Теперь бы я хотел бы вам задать, так называемые... Вы декорации сейчас раз... Ничего, декорации специально, они на соплях держатся, не беспокойтесь. Вот, наша передача подходит к концу, я хотел бы попросить, чтобы вы сказали что-нибудь в камеру, обязательно нашим зрителям, чтобы какое-то наставление, так сказать, в будущее, так сказать, предкам, чтобы вас знали и помнили, что вы самый лучший человек. Я могу... И помнили, что вы самый... И помнили! Лёх, чтобы могу... это надо по другому месту видеть. Я могу сказать... Так, всем тихо! Вот сейчас палец, вы... Подождите секундочку. Я могу сказать всем, кто носит доспехи. Слушайте внимательно. Кольчуга не сильно защищает от стрелы, если она нацелена вам между глаз. Я помню,